шаг регулирования. Поскольку регулирование криптовалюты стало одной из главных тем повестки дня, министр финансов Турции Наджи Акбал сказал, что криптовалюты должны находиться под контролем и регулироваться, сообщает CoinTurk. Когда он выступил с заявлением о криптовалюте на недавней встрече, он сказал, что благодаря новой технологии блокчейн такие новые платежные системы постепенно эволюционировали. Министр описал цифровые валюты как развитие, которое будет влиять на глобальную финансовую систему в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и добавил, что они следят за событиями, и Турция будет участвовать в этих событиях, как всегда.